Ты когда стреляешь, что видишь? Ну, снег, мишени, деревья, флажки. А должен видеть только одну мишень. Свою цель. Что это за парень? Так хорошо катался только что. Отличный парень. Илюхина, Катя. Я, с чем связано ваше провальное выступление на чемпионате? Без комментариев. К черту твои тренировки. Ваша команда все равно постоянно проигрывает. Мама хочет, чтобы я ушла из спорта. А сама ты чего хочешь? Я хочу стать чемпионкой. Чего ты творишь? Я одна виновата, что у нас ничего не получается. Пап, мне не 5 лет. Я тоже в биатлоне кое-что понимаю. На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Ну и зачем нужно было так рисковать? Твое участие в завтрашней эстафете под вопросом, ясно? Наше время с такими результатами просто гнали из сборной. Я же вижу, что в меня никто не верит уже. Ты была права, мам. Хоккей — это не для меня. Ты понимаешь, что она инвалид? А это не важно. Я хочу ее забрать. Давайте трезво посмотрим правде в глаза. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да? Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду. Пусть другие едут. Кто это может? Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. И это наша фаворитка? Одна из. Это невероятно! Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило. А сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь. Что бы ни случилось, мы тобой гордимся. Давайте верить друг в друга. Мы ведь Россия. Мы ведь кого угодно победим. Медали будут? Так это не от нас зависит. От кого? От китайцев.